Как видите, увлечения и интересы играют большую роль в нашей жизни. Они делают нашу жизнь интересной и многогранной. При чем здесь русский язык, спросите вы? Давайте посмотрим. Элис, ты говорила, что интересуешься русской историей, культурой и литературой. А кто твой любимый русский писатель? Лев Николаевич Толстой. Замечательно! А тебе известно, что Толстой очень любил заниматься спортом? Да, он занимался спортом и в молодые годы, и в старости. Так, когда Толстому было уже 70 лет, он продолжал бегать, ездить на велосипеде, заниматься гимнастикой и верховой ездой. Кстати, Элис, ты же учишься в МГУ имени Ломоносова. А ты знаешь, кто такой Михаил Васильевич Ломоносов? Конечно, это удивительная личность. Он был сыном рыбака и стал первым русским академиком. Занимался не только наукой, но и искусством, литературой и историей. А также он занимался экспериментами с электричеством и увлекался мозаикой. Ну, уж если мы заговорили об ученых и их увлечениях, мы не можем не сказать о Софье Ковалевской. Элис, ты об этом знаешь? Да, Софья Ковалевская – это первая русская женщина-математик и первая в мире женщина-профессор математики. А также она увлекалась литературой и писала прозу и стихи. Элис, я вижу, что ты не только серьезно интересуешься русским языком, но и увлекаешься русской историей, культурой и литературой. Завидую тебе! Как много интересных открытий тебя ждет впереди!